Thank you.
Пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве Союза. Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний. Ну, вы, уважаемые друзья, помните, что мы всегда, и это этим грешил наш нынешний председатель, который всегда правильно нас ориентировал на то, что посмотрите Евросоюз, посмотрите, как он делает. Давайте и мы будем более интенсивно, следуя примеру Евросоюза, действовать. Так вот, почему мы сейчас не действуем, как Евросоюз? Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда. Смею напомнить вам, что уже в течение почти 2 лет, сколько существует эта так называемая пандемия, небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ, и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования. Давайте здесь более активно действовать.